Доброе утро. Мы проснулись, улыбнулись и попили чай. Коля собирался подстричь газончик наш, но там дождик крапает, но в течение часа он должен закончиться, и Коля продолжит стрижку газона. Так, а я что вышла? Мне надо наполнить вот эти бутылки водой и составить их по-человечески. И заняться пересадкой растений заняться. Еще когда закончится дождик, я планирую прогуляться вместе. И я тут у тебя опять голову. А ты можешь одевать футболку? Когда закончится дождик, планирую прогуляться до магазина соседнего. Коля уже начал набирать бутылки. Надо все набрать. И составить. Наоборот, пойдем. Так, стоять. Пойдем. Коля впереди с мусором идет. Я одну только бутылочку снесу. Помятая. Все, выбрались мы на улицу с грехом пополам. Еле как. У нас эти сборы наши занимают очень много времени и сил. Но выбрались. Соседы новые. Дрова какие-то привезли. Вынесем мусор, пойдем в магазин покупать. Горшочек под мой цветочек. Сегодня буду заниматься пересадкой. Заодно надо этот цветочек пересадить. Очень тяжело ходить, он достаточно активно идет, и надо подстраиваться под его шаг. Мы стараемся подстраиваться, это неправильно, но мы стараемся подстраиваться под его шаг, чтобы он, активность у него вышла, чтобы он как можно более активнее. Поэтому мы идем так, как идет он, активно очень, и поэтому мы устаем и потом меняемся. Сейчас пришло время менять. Все, какая-то девочка проходила, все понятно. Дошли. Смотрите, что у нас есть у дороги. Да, зачем ты ее сорвал? Капец. Земляничка. У дороги земляничка растет. Представляете? Вон еще земляничка. Вон еще земляничка. Смотрите, как прикольно. Фу, только парит ужасно. Жарко. Тут здесь такой лес. СНТ. И вот такое вот болото с утками. Вот они, уточки. Мы идем на озеро. Может, Джоник покупается. Рыжик не любит купаться, поэтому Рыжика мы даже заставлять не будем. А вот Джоник любит. Он сейчас все лужи собрал по дороге. Мы здесь по осени гуляли. Собирали шишки. Классное здесь место очень. Так вот здесь собак, наверное, было. Здесь вот СНТ. И были собаки. Сейчас не знаю, есть, нет. Но тогда нас хорошо так преследовали. Коль, подождите нас, пожалуйста. О, это мы. Это наша тема. Пошли.
Там уток много. Заболоченная местность. Так. Джоник-то от собак-то бьется. Камнем хотя бы. А вот мы с Рыжиком не сможем. Поэтому мы трусимся. И держимся больших. Пошли. Где-то там. Аня, ты что тебе надо обнюхать? Пройдем, будешь нюхать. О, Коль. Коля. Пошли собаки. Их надо пройти. И там дальше еще одна СНТ, к которому мы идем как раз. Здесь такие внутри прям леса, это озеро растеклось. Бомбически так выглядит. Мы, кстати, с Колей поменялись одеждой. У меня там футболка, а у него кофта. Вот, идем. Смотрите, кого мы нашли. Смотрите, какого размера. Коль, поставь палец. Палец. Это мини-лягуха. Она похожа больше на жука, да? Джон. Джона отпустили чуть-чуть побегать. Но он не бегает, он рядом ходит. А почему-то даст волоска его отпускать. Да, он вообще не хочет отходить. Стой. Рыжика не отпускаю, потому что его отпустишь, и он уйдет от нас. Ну, давайте посмотрим, что будет. Иди. Все. Добби, ты свободен. Все равно рядом держится. Подустали уже. Ну, сейчас до озера дойдем. Там и попить можно, и покупаться можно. Все, дошли мы. Красивые здесь места. Между лесов такая узкая дорожка из воды. Райан у нас бегает сам по себе. Джоника зацепили на поводок. Потому что здесь могут быть отдыхающие. И мы не хотели бы рисковать. Он так-то как бы на людей не нападает, но нельзя быть уверенным. Райан, сюда. Райан, Райан. Сюда иди. Глухой. Иди, спускайся. До конца нельзя быть уверенным в своей собаке. Потому что это не вы. Точки повод. До конца в самом себе нельзя быть уверенным, не то что в своей собаке. Поэтому, когда мне на улице кто-то говорит, да моя собака не кусается. Я думаю, да блин, откуда ты знаешь, кусается твоя собака или нет. Сегодня твоя собака не кусается, а завтра у нее плохое настроение, что тоже бывает у собак, и она кусается. Так. Слушай, а там-то в начале спуск-то получше к воде. Здесь как? Мелочь нельзя из вида терять. Здесь крутой, да? Пойдем туда? Да, стой. Иди. Давай. Ой, молодец. Молодец, мальчик. Нет, слушай, пойдем сюда. Кость. Райан, хватит там. Здесь вот спуск получше. А сохладиться. Сейчас уток разгонимся. А то что они тут плавают? Не, мы только что спуск нормально видели с вами. Райан идет за вами? Нет. Что там? Его же не докричишься, он не слышит нифига. Сюда пойдем сейчас. Ой, хорошо-то как! Ой, молодец. Какой у вас маленький круг, товарищ. Боится. Совсем маленький. Джоник, давай, купи. Давай. Давай, давай. Джон, вперед. Так без нас, пожалуйста. Давай, давай, вперед. Давай, давай, давай. С тобой бы. Джон, пошли. Давай, 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 давай. Вот, молодец. Он просто прошелся по воде. И утки идут такие. Да смотрите, а утки унесут. А утки, я ты покажи ему уток. Джон, смотри, утки. Они к нему и плывут. Они его не видят, что ли? А?
Они... они за едой плывут к нам. Я думаю, что они плывут-то? Ага. А у нас ничего нет. Только доберман. Будете доберманом? Ой, как хорошо. Райан, мы уже дома, всем привет. У нас села батарейка на телефоне. Райан, хватит. Села батарейка на телефоне. Не смогли поснимать, как Джоник плавает. Мы уже вернулись, прошли мы 7437 шагов. Зашли еще в магазин. Я купила горшочек недорогой. Он с ценником. Ценник прилепился. Да ё-моё. Он был со скидкой. 141 рубль. Фисташкового цвета. Райан, хватит. Пластмассовый фисташкового цвета с двойным дном. Вот. Меленький. По такой системе. Буду туда. Закрепляется вот тут. А, так оно прям подвешивается, что ли? Точно. А как оно тогда крепится сюда? Прикиньте, он подвешивается. Прикольно. Короче, буду сюда пальму пересаживать. Вот. Норм. Угу. Так, еще купили для ванной подсветку, которую должен отремонтировать. У меня плохо очень зашла морковка, поэтому пришлось докупить морковку. Супер ранняя. Созревание 70-80 дней. То есть, получается, если я сейчас засажу в июле, июль, август. Ну, июля сколько тут не осталось? 20 дней июля плюс август 30, это 40. И сентябрь 30, 70. То есть, в конце сентября ее можно как раз убирать. Два вида взяла. Это тоже вроде ранняя какая-то. Очень ранняя. А это просто написано. А, ультраскороспелая. Да, обе скороспелки, короче, взяла. Рассыпные в этот раз. И взяла еще перлит. Это рассаживает сейчас цветочки. Цветочное счастье. И сюда добавлю. И кашпо добавлю. Ну и там продуктиков мы уже перекусили. Сейчас топаем на участок. Будем заниматься пересадкой растений. А Коля... В тени, пожалуйста. А? В тени. Давай. Пузо. Я опять не надо снимать. Смотрите, какие колячки. Покажи. Это мы купили для этого. Для плавания. Шучу, нет. Это чтобы сама с этой, с борщевиком бороться. Вот он сейчас не будет стричь травку. А я пересаживать. As you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows. No, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. Готово. Теперь оставим
Ну вот, цветочек пересажен. Веселенькая расцветочка. Правда, он сюда вообще никак не подходит к своей расцветке. Но, да и пусть. Это лето. Это цвета. Коля занимается ремонтом подсветки. Ремонтом подсветки на шкафу. Видите, как грязно? Ужас. Что это такое? Электронный трансформатор для галогеновых ламп. Давай загуглим, сколько стоит. Хоть посидим 5 минут. Ну что ты ищешь? Как этот? Вот это вот обнулить типа? Угу. Он вообще обнуляется. Да. Коля пытается обнулиться. Ой. Выше. Молодец такой. По-моему, полечу. Так близко-то. А. И сейчас мы его собираем на работу. Все уже собрали, все уже готовы. Нет, хочет обнулиться и ехать работать. Время у нас 8 часов за доходит. С момента заправки. 0 километров. 11 тысяч минут. Угу. 12 минут. Завтра выходной будет. Угу. Ты хочешь это вот? Не хочу, чтобы... А тебе сколько надо? Не больше 100 проехать в выходной? Вот сейчас у меня 156 596. Ладно, со всеми попрощаемся. Встретимся с вами завтра. Всех любим, целую. Всем пока-пока. Коля? Всем пока-пока, до завтра. Вместе, потому что вы сами прекрасно все понимаете. У тебя второй подбородок. Да, ничего страшного.